черт бы с ним, вы знаете, кто мы, вы знаете, что за игра, вы знаете, что мы здесь делаем. Мы отправимся в Сан-Пауло на финальную упаковку. Если будет следующая часть, в какой стране хотели бы видеть Макса? Я бы на самом деле, знаете, где хотел видеть? В России. Хотя нет, подождите, стоп. Если он будет, если он будет вот так же по России ходить и стрелять вообще во все, что движется. А он будет так делать. И да, и на автобусе кататься по, я не знаю, по Ленинскому проспекту и расстреливать все вокруг, нахрен надо. There it was, the soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Ты понимаешь, что он ведет себя как маньяк? Вокруг да. Люди с разорванными кишками валяются. А он такой, подождите, подождите. Ну и все, чё ты успокоился? Вот, смотри, Опа! Опа! Вообще просто гений. Сейчас их выходит 40. Такой, следующий уровень такой, тара-та-тара-та! Здесь столкнулось 3 силы. Ты, Бразилия и крыша. Блять. Четко. Четко. Да блять, да такое! Может там еще кто-то есть? Может быть. Вам что сейчас. Блять! Да, твоя любимая. Он тебя почти убил. Блин, так, блядь, твою мать. Там это не последний. Конечно. Сука, если сейчас какое-нибудь говно выйдет... Сзади уже посмотрю. Блядь, не посмотри. Сейчас вы, чувак, с пулеметом. Ой! Так, на средней сложности играете? Да, 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 да. Бляха, муха, да что такое? Что за, блядь? Все. Где скрипт? Где скрипт? Давай скрипт работай, сука, я не могу и не хочу. Ну ладно, я знаю, как это можно сделать. Блять, вот. Опять я, блядь, выхожу. Вот. Давай. О, видал? На! 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 В принципе, логично. Так. И снова прыжок. Видал я его! Я этого убил. Да первым его. Этим, я тебе говорю. Вообще! Опять пес. Ой, блядь, только не ты! Это подло. Это подло с их стороны. Но они решили тебя уже укокошить. Все, потому что, ну правда, это уже ты надоел. Так не бывает просто. У них, они уже, понимаешь, они уже нанимают всех уже. Это последние деньги. У них ну, просто людей нет. Бля, пиздец, ну как, ну так-то? Нет, я не умру. Он еще перезаряжает периодически. На этом можно поймать. Все, шлем слетел. И пришло. Пришло твое время. Я закончил за эту хуйня! Это была честная дуэль. Это была прямо дуэль. Тихо. Ну как я вышел? Стратегик. Ну не знаю. Ты видел? Так, один тут, да? Давайте, ублюдки. Думали, я что тут, лох вам, что ли, педальный? Отсоси! Те, блядь. Да, я вообще могу, я способен на это. То есть это как был такой, как последний шанс. Ебать! Да. Блять, просто вообще. Так, осторожно, чувак. Просто реально доебались. Я чувствую, как Андрюха прям, не знаю, тяжело уже дышит. Ты посмотри! И тут фир начался просто. Без тебя так было классно!
Зачем ты пришел? Так, а мне нужно, короче... как он пришел сразу просто? Ну такой, где Макс Пейн? Вот это? Бах! Мы едем в магазин. Ты за жизнями-то следи. Хорошо, я буду следить специально. Следи, сейчас. Братан, что ты тут сидишь? С линеечкой. Давай, знаешь, бюро справа. Такие, да мы закрыты уже, да я знаю. Да я сейчас одну книгу возьму и уйду. Сорян, пацаны. Да у нас обед. И такие, знаешь, перестрелить. Да у нас обед. Такой, да я ненадолго. Не-не, такой, да еще 59 минут. Откройте, суки. Да я только спросить. Да-да-да. Я даже заходить не буду. Босс, что ли? Понятно? А? Сучья! Смотри, серверная, да? Бля, пиздец у меня просто. То есть на самом деле это сисадмин. Блять, сука. Что ты, что ты делаешь? Что это были за танцы? Все, 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 поехали! А вот и сисадмин, кстати. Он такой, да я вообще просто... Да я тут нет, ты знаешь, винду берусь. Ты знаешь, переустановить винду можно было проще попросить, на самом деле. Да. Сука. Или, не. Я что, настрой мне принтер, мудила, блядь. Я что-то нажал, и все сломалось. Плейв, наверное, ну, вряд ли кто поспорит. Да. Абсолютно. Помню этот момент, да, когда ты прям ужом вьешься на этой погрузочной ленте, это прям круто. Я лежу еще, смотри, видел? Телек смотрю с чипсонами. Опять? Ты видел? Ты смотри, что делается! Ты отключил невесомость! Конкретно, все уже, хватит, маски сброшены. А, ну вот, музыка-то, да. Пошла руда. Дай ски. Сейчас, значит, я кину таблеток, потому что не хотим убивать тебя быстро. Ты посмотри, сколько у меня жизней. Это каким образом-то? Я не знаю. А, нет, подожди, ты отжираешься. У тебя голова снова вернулась в нормальное состояние. Посмотри, какой у меня супер чит. Я не выхожу. Суки. Выкусите! О, нет! Что? Они что, еще прикалываются над тобой? Что? Да, они, да. Они не видели, как Убер спецназ только что умер? А, вот почему. Ну, чуваки, привет! Я к вам! Такие, чё? Где шутейки-то? Где? Не, да, пошутим. Мне кажется, последний все понял. И притворился как раз мёртвым. Знаешь, когда узнал, что... что на этот чартер продали больше билетов, чем влезает самолет. И ты такой, нет, я первый, я хочу идти по дешевому билету в Египет. Вы что мне тут задержали? Что значит поезд задержится? Что значит полечу другим самолетом? Да я с 6 утра в аэропорту. Вот это вот сейчас. Это как вообще такая? Что ты сейчас? Ты в кого, в себя стреляешь, что ли? По фокусам показывал, что ли? В самолет забегай, говорит. Ну, кстати, это неплохая идея. В самолет забегать? Ну, попробуй. Ну, по крайней мере, да, у тебя там будет. Только если это можно сделать. Ну, хотя он выглядит... Ух ты. Нет, нельзя. Ой. Последний полицейский. Стреляй гранатой. Пизго! Нет! Что у тебя? Посмотри!
Блядь. Интересно, они там... Вы это куда приехали? Ну ёб твою мать! Отомстить последние полицейские приехали, потому что уже что там... Смысла жизни нет. Всё. Уже. Всё! Стреляет! А как я? Ты посмотри, что делать? А, это... Хуй на... А, ну вот, сейчас будет просто да. Классика. На! На, сука! Просто. На! А вот, кстати, медиум видели вверху? Те, кто говорил, изи, изи, изи. Медиум, ёпа. Это президент Бразилии, видимо, уже. Все уже. Дошел до финала, реально. Президент. Так у вас есть кто-нибудь еще? Отвечай мне, помимо тебя! Где вице-президент? Сука, если я тебя убью, там же будет еще... Что еще мне делать в вашей стране, расскажи все. Какие еще есть футбол был! Экскурсии, какие еще есть? Экскурсии, сука! Блять, на Красную Поляну езжай! Да... Вообще, друзья. Да, Макс звал Бразилию. Все, он такой, я тебя победил. Я победил вашего короля, слышишь? Теперь я король. Да. Мораль истории такова. Не нужно злить тихого, интеллигентного человека. Каждый раз Макс Пейн хотел быть в стороне от этого. И даже, если вы помните, когда он был телохранителем, он не особо ретиво выполнял свои обязанности. Он хотел тихо, спокойно дожить остаток жизни где-нибудь, ну, желательно не в Нью-Йорке, потому что у него там проблемы очевидные. Бухать, свои таблетосы и как бы, в общем-то, тихо, спокойно угасать. Но не дали человеку уйти на пенсию спокойно. Пока, да, все, увидимся. Любим, целуем. Спасибо вам. Давайте.